Традиционный бал выпускников в столице Гагаузии в Камрате прошел 23 июня. Это последние приятные хлопоты школьной жизни. Вчерашние еще просто ученики в этот день стали немного принцессами и принцами. Они с волнением благодарили своих наставников и принимали поздравления. Мы пришли на этот парад, чтобы показать, что мы уже выпускники, и мы успешно закончили учебу. После сложных экзаменов бакалавра, которые они выдержали, праздник к месту, он им нужен, они действительно его очень сильно ждут. Прежде всего здоровье – это самое главное, на мой взгляд. И чтобы побольше терпения на таких, как мы, и на будущие поколения. Я бы им, конечно, пожелала удачи в этой жизни, крепкого здоровья ребятам и удачи, чтобы сопутствовало всю жизнь. Мы каждый год прощаемся с теми, кого полюбили, кого любим и будем любить всю свою жизнь. Всем будущим студентам успехов, всего самого наилучшего. От выбранного и сделанного шага зависит дальнейшее будущее. Ваши бурные аплодисменты, друзья, это было поздравление специально для вас. Ваш праздник, День выпускника 2013. Награждение выпускников – самая волнительная часть торжества. Напутствие первых лиц региона, пожелания гостей и приглашенных посвящались героям праздника, вступающих во взрослую и сложную жизнь. Счастья им, любви, удачи и всего самого доброго, исполнения всех желаний. Быть целеустремленными, всем всегда доказывать, что мы с Гагаузии, мы самые лучшие, мы самые умные, самые трудолюбивые, самые сильные, самые успешные, самые целеустремленные. Всего самого доброго. Надеемся, что многие из них поступят, ну а потом, чтобы вернулись домой. Поэтому хотим пожелать им много всего хорошего, доброго. Пожелать им, чтобы они не останавливались на этом, чтобы они продолжали. Это наше будущее. Вы выдержали один этап жизненный. Впереди будет много сложных этапов. Дай Бог всем, чтобы задачи, которые каждый выпускник ставит перед собой, чтобы эти задачи были исполнены и чтобы каждый нашел дорогу своей жизни. И мы будем гордиться нашими выпускниками, где бы они ни учились. Единственное, о чем я их очень прошу, всех вернуться обратно в Гагаузию. Хотелось бы пожелать им также успешных поступлений в вузы, которые они наметили, чтобы они выбрали те профессии, которые им пригодятся в дальнейшем. Многое теперь будет зависеть от них самих. Но я думаю, что у них есть хороший залог – это молодость, энергия, целеустремленность, много других качеств, которые помогут им стать достойными гражданами нашей страны. Выпускной бал 2013 объединил более 800 выпускников, педагогов и родителей из 30 лицеев. Этот подарок преподнесли выпускникам исполком Гагаузии совместно с компанией «Оранж». Традиция его проведения возникла 7 лет назад.